Сегодня для города очень важное событие произошло. Открылось дополнительное дошкольное учреждение и практически 80 дополнительных мест для детей будет ликвидировано в нашей очереди, которая есть в городе Ачинск. Ребятишкам даже информационные мультики будете показывать? Новости города Ачинска. Новости еще мало не приучили. Будем приучать детство. 8-й канал с мультиками. Да. То есть воспитатель непосредственно... Да, когда дети спят, воспитатель занимается такой главный. Непосредственно с ребятишками. Да, вы ходишь, чтобы сделать это. Ну, это все по-разному. Так, это у нас автономный режим, смотрю, везде предусмотрено. Да, предусмотрено, на аварийное отключение. Там, аварийное отключение, сразу практически везде по всем помещениям. Практически везде. Дорогие гости, минуточку внимания. Чтоб в работе все у вас было просто высший класс. На память клетку вывалить, ее как талисман хранить. А то мои подружки, пиявки, лягушки, Наталья Гардес, жизнь моя листья. Ребят, счастье у вас будет здесь постоянное, веселое и счастливое жизнь вместе с вашим будущим педагогом и персоналом. Вспомнил те воспоминания, когда я ходил в садик, и какие условия были в те времена, и что я вижу сегодня. Ну, это совершенно противоположное и оборудование, и совершенно современное дизайн, оснащение и разделение помещений по назначениям. Персоналу довольно удобно здесь работать, и ребятишкам уделено внимание, и даже в старших группах уделено внимание по разделению девочек и мальчиков. Мы находимся в моем родном районе, где я родился и вырос, здесь до моего дома, буквально несколько, 200 метров, и я здесь провел все свое детство. Я здесь ходил в секции через как раз вот линию. Я непосредственно рос вблизи этого здания. И то, что у него появилась вторая жизнь вот именно в таком виде, меня очень радует. Второе радует то, что это непосредственно в том районе, где я работаю как депутат избранный. Да? Здесь он немножечко граничит с округом Сергея Николаевича Никитина, но все-таки это один район. Поселок Строителей. И я сам лично знаю детей, точнее их родителей, тех маленьких детей, которые сюда придут, насколько это заведение важно для нашего города, для района, для тех жителей, которые здесь проживают. С понедельника уже будут первые малыши от 1,5 до 3 лет. И места еще есть, комплектуются дети, но комплектуют управление образования. Детей обзванивают, родители обзванивают. Проходит уже медосмотр. Коллектив еще маленько частично, потому что воспитатели будут приниматься на следующей неделе. Потому что пока детей не было, образовательной деятельности нет. Воспитатели будут на следующей неделе тоже.